Привет! Сегодня жарим яичницу с острым сыром. Ну, разжигаем плиту, для того, чтобы вы видели, как это прямо в процессе происходит. Я люблю яичницу на сливочном масле. Ну, или на сливочном масле, или на сале. Хотя лучше всего она иногда получается на подсолнечном. Потому что она слезает хорошо. Вот у меня сковородка чугунная. Видите? Вот я ее сумел довести до такого состояния, что она стала, что с нее стало слезать лучше, чем с тефлоновой. Ну или с какой-нибудь там вот синтетическим покрытием. Ну не лучше, но как бы тоже хорошо. Вот. Как я это делаю? Я ее просто мою перед тем, как готовлю, а не после. Потому что если после, то она стоит и как бы приржавливает немножко. Яички, видите, разбиваю обычным столовым ножом, потому что этот нож сразу же отправляется в мойку. Почему? Ну, потому что яйца, и сразу же мою руки. Потому что у курицы яйца проявляются не изо рта же, правильно? Они у них появляются из жопы. Как-то неправильно потом это соприкасать с едой. Мыли их там, не мыли, непонятно. Вот, разбили яйца, помыли руки и сразу же берем и трем сыр. Причем не солим. Потому что если посолим, будет слишком соленым. Потому что в сыре уже вот в этом вот зеленом таком вот сыре, вот там соль уже есть. Так, немножко газ приведу. И спокойно вот так вот его туда натираем. Мне этот рецепт, я однажды пришел в гости, да? И утром мне его показали. Рецептик оказался очень замечательным. Кроме того, он такой, знаете, калорийный. Или как там? Вот его съедаешь, и до обеда никаких мыслей о еде. Ну что вам там? Так. Ну вот. Пожалуй, хватит. Сейчас оно запечется, и все, яичница готова. Но я еще покажу вам, как она снимается с моей замечательной. Я обычно со сковородки ем яичницу. Но сегодня хочу показать, потому что хочу показать, как снимается, чтобы вы увидели. Яичницу, кстати, можно жарить двумя способами. Первое. Чтобы снизу такая хрумтящая была корочка, когда температуру чуть побольше нужно давать горелочкой. И второе, чтобы она прожарилась, вот эти вот желтки, чтобы прожарились. И тогда температура чуть поменьше. Она жарится дольше, но зато желтки становятся теплыми. А то сейчас вон они холодненькие такие. Вот крышкой накрывать это бесполезно. Все регулируется только температурой сковородки. Вот. Ну я обычно желточки разбиваю. Тогда они более плоско лежат и как бы прогреваются получше. А вот такие вот красивые, они часто могут быть просто холодными. А если крышкой накрыть, то они станут некрасивыми, такая белая штучка вокруг них образуется почему-то. Белая пленочка такая. Ну, чуть-чуть прогрелись. Вот. И чуть-чуть прогрелись, и снизу корочка получилась. И сыр растопился, наверное, сейчас пришкварится.
это я трогаю руками для того, чтобы вам как бы температуру продемонстрировать. Это же особая ответственность снять видео про приготовление еды. Так когда для себя немножко попроще. Так, вот беру новый нож, потому что уже в еду буду его тыкать. И сейчас вот, для того, чтобы вам было видно получше, аккуратненько ее сниму. Оп, надо горелочку выключить, не палило. Ха-ха-ха. А, вот она где прилипла. Так, процесс снятия пошел как-то не очень красиво. Ну вот. Вот такая вот симпатичная штука получилась. И сковородочка, если она чугуневая, то мы ее не моем. До той поры, пока не будем на ней делать что-нибудь еще. Вот этот вот слой маслица, он нам защитит поверхность. Потом так под эту раз и губочкой чуть-чуть. И все. Ничего не надо, не тереть. Не мыть особо. Все. Спасибо за внимание. Смотрите наши следующие видео. Пока.